Петр, у тебя новости, я вижу. Новый шлем, расскажи о нем немножко. Да нечего рассказывать. Долго ждал, долго думал, что рисовать, не рисовать. Ну вот, вымучил, так сказать. Вот раз, что я уже не в белом, что-то поинтереснее, хоть, может, на вратаря побольше похож буду. Кто рисовал? Да художник из Череповца. Сейчас всем рисуют в КХЛ, так что я не исключение.